Всем привет, особенно привет мужчинам. Сейчас будем разбирать небольшую, но я попытался сделать максимально легкую, в то же время универсальную связку по джазскому танцу, но мужскую связку. А то я все время все загружаю, там даже есть отдельные видеокурсы, но это все по-женски, поэтому сейчас разберем немножко мужской элемент. Первое, что вы должны понять, что мы считаем подсчетным. То есть у нас счет не раз, два, три, раз, два, три, да? А у нас счет либо раз, два, три, четыре, либо раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Значит, первое, что нам нужно разобрать, я встану боком, это дорожку, такую проходку. Мы подгибаем плотно правое колено, потом выводим его на шаг. Это все, кстати, будем делать на полупальцах. И раз, и два, и три, и четыре. Вам обязательно нужно понять, где «и». «И» — это вот эта подготовка, а «раз» — это касание пола. У нас получается, если делать на полупальцах, и «раз», и «два», и «три», и «четыре». Необходимо добавить такую амортизацию, пружину, подскок. Не прыжок, а именно подскок. Получается «раз», «два», «три», «четыре». Мы это сделали. У нас вес на левой ноге, мы садимся на левую ногу, правую пятку выводим вперед. Раз, па, левый. Теперь правую назад, а левый на месте. Получается. Я, кстати, это движение давал. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Правая нога у нас свободная, мы с ней начинаем повтор первого движения. Шаг. Раз, два, три, четыре, снова правая, раз, два, три, четыре. Руки на дорожке. Давайте мы будем держать правую руку внизу на кулак, зафиксируем таким образом. Левая наверху, но не так, а пам. Нам нужен вот кулак зафиксирован, это характерная манера. Итак, мы идем, раз, два, три, четыре. Дальше смотрите, что мы делаем. Правая рука, вот, сначала идет назад, таким кругом, выводим ее вот сюда, левой бьем через переднюю зону, как бы, фиксируем назад, получается, раз, и, два, и. По возможности, ну, аджарский танец, он не такой, понимаете, суровый, кавказский, где у вас должен быть жесткий корпус. У вас должен быть игривый корпус, поэтому я советую вот в этом движении его еще и добавить. Когда правая впереди, наклоняйте корпус, получается раз, и. Когда правая идет назад, откидывайтесь. Но это если с поясницей все хорошо. Если были руки здесь, а руки были здесь, мы делаем пам, и, пам, и. Возвращаемся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Опять у нас вес на левой ноге. Отсюда ноги уходят в плие, правая нога в сторону. Пам. Вес, кстати, на двух ногах. А, то есть пам, плие, это вот полусогнутые колени. Левую прячем. Два. Снова шаг в сторону. Прячем правую. Получается, мы были здесь. Там, 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 там. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и. Чтобы здесь тоже как бы было не деревянно, да? Вот вы как бы утрированно садитесь, но вы не по полу ведете в свободную ногу, а через подъем такой. Опять сели, подъем. И как бы такой характер появляется. А руки у нас, кулаки. Опускаются, левая сгибается, снова опускаются, правая сгибается. Получается лям, пам, пам, пам. Голова идет тоже в сторону направления движения. То есть я иду направо, пам, и голова, пам. Теперь налево. Соединяем, мы будем под музыку пробовать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Внимание, раз, два, три, четыре, пять, шесть.